А фиолетовый. Хорошо пишет. Будешь белая и этот, ну волосы потом не отмоются, потом только подвесит. Привет, все хорошо у тебя как? Педагогика. Что за педагогика? Сабрина? Нет. Райлом? Нет. Мила? Нет. Остальные? Я не могу.
Тебе обидеть не смогу, спрашивать, покушала ты? Мне как-то на пару зашла, я покушала, как-то на то место, где кушала. У нее тогда сидела, я шишечки делала. Она предлагала, типа, детей, обед не покушай, потом если что, типа, на следующий день придешь. Фига себе. Пойду, наоборот, нельзя. У меня отношения нормально. Она даже этот, у меня номер есть. Она меня числит, историю мне смотрит. Пишет мне. И медик. Я хочу перевести. А что? Пишите его. Да. Алло. Ты тоже мог тебе другие дела? Только вчера или когда показывал там рисунки? Я вчера переделала вечером. Сама? А, у тебя дома аппарат есть? На шею? Фига, ты крутая. Только шею я не занимаюсь аппаратом. Наращивание, да? Свои. Это уже у тебя свои ногти такие? Я эти сняла покрытие вообще. А это я не сняла. Прикольно. Классно, когда сама делаешь себе. Ну, я и наращивание не делала. У меня полигели есть, все есть. Что ты не делаешь? Я не особо учусь. Вечером делать я не могу, а она вечером только хочет. А днем я спала. Я не сделаю, припрусь завтра. Часов 8. А я припрусь. А я не скрою. Я буду долбить, пока не откроешь. Был момент, когда ко мне приходила мама. Она на работу ушла, зашла ко мне. А потом... Да? А потом мне ближе подъедет и говорит, типа я к себе нужно не открыла. Я спала. Я завтра иду к тебе в 8. Я к тебе пойду в 8. В 10 приду. Ты в 10 посыпаешь. В 11 приду.